Стоп! Добро пожаловать в Fortnite! В этом месяце у нас новый отряд Fortnite. И вместе с ним скин Алая Аони. Там вы получаете кирочку, V-баксы. В принципе, знаете, как работает отряд Fortnite. Вы также можете купить этот отряд Fortnite в моем магазине Pay2Game. Ссылочка будет в описании. На протяжении всего ролика у нас будут промокоды. Вы эти промокоды можете как можно скорее вводить в Pay2Game и забирать халявные рубли, за которые можете купить эту подписку Fortnite. Слава вам, приятного просмотра! Ехала! Ух, какая она сосочка просто. У нее еще там типа скины. О, меч, кстати, очень крутой, он прям светится. У нее там это на маску скины, на очки. Вообще кайфушка. Да. Да, первый файт есть. Так, вообще с кайфом. Только тут есть чел вообще? По-моему, никого нету здесь. А вот, прилетел. Интеварик. Ебать, банок просто насыпало. Блядь. МХП. Вообще великолепно. Я не знаю даже куда упасть. Форт Джонс. Найс. Бля, лоу. Бля, чел. Найс, аим. Я дробаю их вкусно. Все, там отъехал челик. Я не знаю, давай на этого лучше пойду, потому что у того я слышал дробовик пиздатый. Хотя, подожди. Хорошо. Блять. Блять, что с аимом? Ой, хорошо вообще. Найс. Тогда вот так возьмем. Все, можем пушить. И граплер еще все есть. Блять. Он с это... Хорошо. Продолжаем в том же темпе. О, у тебя еще этот вкуснота, бля. Хорошо. Ебать, у него выпало, конечно. Откуда он? Золотые приколы в арене. Же нету этих петухов золотых. А, это под этим приколом полетел. О, можем это хранилище открыть. А там его, походу, открыли уже. А все в хроме. Ладно. Я лучше вот так возьму. Блять, что? Охуенно. Я не могу взять просто эту присоску. А где нормальная? Есть еще одна? А, вот она. Блять, просто охуенно. Спасибо. Блять, от... Теперь вижу. Бля, с кем он перестреливался там? Ух, ебать. Блять. И снайпнет меня сейчас какой-нибудь кент. Блять, дробовик не стрельнул. Упал вниз. Хорошо! Как будто даже дробовика не стрелял. Вот этого я боюсь, этот звук просто снайперский. Я только откуда он стреляет? Ебать, мышь на шарике там ждет. Так я реально сейчас чуть не получил ебос. Это он, что ли? Чил, чил, бро. Stop shooting me. Да, успокойся, блядь. Посмотри, он реально чейзит меня просто своими пульками. Неугомонный. Летит? Мой черед. Вот и все. А прикалывался. Приколист, блин. Там на горе кто-то бежал. Сейчас вы где-то здесь встретим. Надо небольшой похил устроить. Костер слишком близко к зоне, не хочу. Вот здесь можно. Блять. Да вот эти снайперы, это просто заебали меня уже, если честно. Великолепно, я считаю. Это был просто великолепнейший килл. У всех золотые просто эти дробовики. У граплеров еще тут нормально так осталось. Чарджи. Блять. О.
Блядь, да. Да подожди. Бля, я не знаю, кто там снайпит просто до конца. Бля, хотел забайтить. Ладно. Я хотел забайтить, в итоге там забайтился. Очень хуёво. Можно выше. Бля, второй вышел сзади. Бля, мышка, у меня рука пиздец загнулась нахуй. Видали? Где? Где его лут остался и где, типа, спринт видите в игре у меня сейчас? Вопрос, какого хуя? Автобег выключили, что ли, блядь? Подожди. Вот, и нормально бежит. Пиздец багов в игре, я хуею. О, аугмент новый. И новое усиление у нас под названием прогноз погоды. Паркур, конечно. Нахуй мне прогноз погоды, блядь. Че, лайтгейм играю, чтобы мне это как-то нужно было. Хотя клава. Apex Pro Wireless Mini. Так, первый. Второй. Это уже третий был, похуй. Так, это возьмем. А, по ускорению мы возьмем с собой вот это. Праздник нам приходит, ловкий пальцы, ловкий пальцы. Блять. Ебать! На дерево залез, давай, вылазь. Еще 30-ку получи. А по жопке. Да он лагает. Ну это пиздец. Что они сделали с фото? Че он так? С маску идет. Блядь, я промазал. Блядь, перезарядка. Здесь спот. Так, надо аптечку. Окей, по джуси, джуси. Ай, да ланч. А две ядрёны возьмем. Блять, тут еще кент прилетел. Блять, так туши, да туши, брат. Воу! Ебать, я выдал. Так, подожди, еще не все. У нас кент где-то был. Оп. Блять. Сука, слишком много людей. Где тут был этот? О, нашел. Пизда ты. Где он нахуярил мне так? Бля, чуть не отъехал, кстати. Ага, тюба. И кенты, блядь. Какой ужасный блум сделали с Каро, пиздец просто. Просто абраганство. Ну, вижу, сплашек-то надо взять. Кентик, вылазь. Похоже, зону дождемся. Зачем сейчас мне пушить? Пертеться, у меня все заебись. У меня все охуенно. Просто ремейна дождусь. Зоны вот этой. Аугмент. Ядрен врач? Да. Уеба, кстати, я только сейчас на гличу по этой обертку посмотрел свою. А, ебать, только зона сейчас идет. Они контролят или это? Да ебать, вы прикиньте, всего лишь 3 человека сдохло за все это время. Я бы был бы одним из трех. А сейчас с дробовиком надо ходить в кусты. Real trap shit вещи, говорю, или нет? Так, нужно прям точку найти. По-моему, здесь. Попал один раз. Полетел в другие кусты. Ладно. Главное, кексика выкурили. Второго. Подожди, там еще один был или не показалось? Блять, тут вообще нельзя. Блять!
Я... Что за хуйня? Бля, вот это, вот этот вот бордюрчик, вот эта вот хуйня просто все заруинило. Охуеть. Я хочу открыть аугмент с улучшением на дельтик. Я вообще, кстати, думал, что в четвертом сезоне они все-таки добавят какой-то новый элемент постройки. Конечно, очень тяжело что-то придумать. Но, допустим, бокс. Ты одной кнопкой выстраиваешь себе бокс вокруг себя. Это было бы прикольно. Сука, кто там снайпил? Пошел ты нахуй. Первый штурмовал. Да, со скрам побегаем. Бля, здесь же миник, наверное, был. А, нет, там. Бля, он шел? Бля, это кибершкольник. Все, ладно, переиграли кибершкольника. Давай вот это. Медузолов. Вы получаете профессиональную удочку, с ним можете рыбачить там, где захотите. Однако ловит... А нахуй мне эта медуза, блядь? Рыбак, я ебаный, что ли? Щит. Автомат экономик. Поймаю, 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 поймаю. Вот, вижу. Иди со скин. Или просто бьет? Бля, он просто бьет вроде как. Ох, красиво спиздил. Так, слева был и справа. Блять, на мышиных движениях тоже. Алло, сколько я выдал, я не отхилил себя, пиздец. Бля, я себя не отхилил почти вообще. Я в никуда выдал. Бля, надо вот этого отъебать. Блять, ты где нахуй? Блять, да вы... Пизда. И далее, как я дал по съебам. Мне надо этого, кустового рыцаря, блять, надо. У меня есть вообще буш варьер? Не помню. Дезулов, ядрёный врач. Получайте постановку ручку? Не. Бля, надо было сейчас внуки мне пооткрывать. О, у него дельтики. О, 90, кстати, удал, нормально. Блять, стоп. Блять. А! Ну, но не на божьем слове стоит, поэтому. Зайди. Я залез? А где Кент? Он же не успел уехать. Где Кент? Бля, там еще лут где-то был, блин. Ладно. Что-то еще лежало, я помню. Эй, где? Вот это? А, вот, кстати. Вот оно. Ну, эскалибур можно взять. Да что за замена у ебанского? Посмотри, вот нахуя вот так меняет? Это пиздец. Блять. Не та кнопка, блять. Все, пизда. Где ты? Подо мной. С нами поменяю. Я умер. У меня просто хп кончается. Блять. Nice try.